О вопросах общественного порядка в День знаний и День выборов. В Доме правительства сегодня прошло заседание антитеррористической комиссии. Его лично провел глава региона Евгений Савченко. В начале учебного года уже завершены комиссионные проверки всех учебных заведений. На предмет техисправности обследованы все школьные автобусы. В плане безопасности дорожного движения рядом с учебными заведениями региона установлено более 250 новых знаков и 15 лежачих полицейских. В сам же День знаний за правопорядок будут отвечать 800 сотрудников полиции и 1200 общественников. Затронули и тему безопасности в день выборов 2 сентября. В период с 15 по 25 августа осуществлены обследования мест проведения голосования на предметах инженерно-технической защищенности и антитеррористической устойчивости. Непосредственно в день выборов на избирательных участках в охране общественного порядка будет задействовано более 2000 сотрудников органов внутренних дел, свыше 1500 представителей общественных формирований.